Вот мы подъехали к этому дому, который мне нравится, который я тебе рекламировал. Сейчас посмотрим. Вань, здесь тоже что, 2 плюс 1, да, Слав? Вот если ты видишь, вот там уже сразу море, набережная. Вон. Заходим. Здорово. Сначала сейчас нам покажут все, что здесь есть. Все достаточно качественно. Пизненько. Кинотеатр. Кинотеатр. Так, заходим с тобой. Смотрим любимые фильмы. Ну, берешь флешку, вставляешь. Ну да. Призвали друзей, сели. И... посмотрели нравящийся фильм. Вижу. Спа-зона. Входим в спа-зону. Массажная. Детская комната. Угу. Спортзал. Скажите, свет можно здесь включить? Включите, пожалуйста. Смотрим. Угу. Спортзал. Стандартный набор. Нормальненько. С видом на бассейн. Смотрим, крытый бассейн, тепло подогреваемый, также детский бассейн, один, второй, а-ля джакузи, да, это джакузи, душевая. Хамам. Ну что тут пар снимать? Угу, я понял вас. Вот комнатки для релакса. Сад камней. Сад камней, да. Сидим себе, релаксируем. Вот так. Поехали дальше отсюда. Перемещаемся в жилую зону, так я понимаю, да? Угу. Вот мы. Угу, спасибо. Это лифтик. Мы вышли на третий этаж, да? Это мы реально квартиру смотрим. Так, заходим.
Вот попадаем в гостиную. Гостиная. Вот там море. Выходим на балкончик. Достаточно просторно. Там море, стадион, там улочка, по которой мы к Кристал Парку ходим. Соседи. Так, смотрим, диван удобный, креслица, все, к столу. Варочную сделано посредине. Так, переходим дальше. Переходим дальше. Спаленка. Спаленка. Балкон. Вот по этой улице с тылу мы ходим в туда, в сторону Кристал Парка. Спаленка, еще спаленка, тоже с выходом на этот же балкон. Там бассейн виден, это ихний бассейн, наружный, с горками, а? Вань, да. Это их, да, бассейн? Шкафчики. Тут не знаю, что. Наверное, какая-то гардеробная. Основная. Бафрум. Бафрум. Все. В золоте. Привет, привет, любимая. Так, ну так, все хорошо. Есть выход. Кач, сколько площади у нас? Щитовая. Здесь 121 метр. А начальная стоимость какая, сказали? 330. Вань, я так понимаю, 330 евро, это вот это вот все, что мы... А? Это вот то, что мы видим, вот это все 330, мебель, все. Ну, проверить, как бы, но пока приведу. Понятно. Все. Я снял уже еще немного, мне кажется. Тяжеловат. Лестничный марш, лифты на этом этаже. Это четвертый этаж по нашему, третий по ихнему. Так, выходим во внутренний дворик. Там зона для людей. Да. Выходим, смотрим бассейн горки. Бассейн горки. Там вдалеке зона барбекю. Понятно. Подходим к зоне барбекю. Вот тут так раз пришли. Не пойму. Не, это не барбекю. Просто, да? Не, это не барбекю. Не знаю, где у них барбекю, но это ладно. Где-то она наверняка есть. Барбекю подавалось? В общем, Оленька, ну здесь, конечно, искренне могу сказать, материалы все, все здесь другое. Это действительно лакшери. Цена 330 евро. И
в школу не ходи. Но пока, конечно, вариант тот на Клеопатре, который без мебели, без всего, 210, самый предпочтительный. Самый предпочтительный.